В это время предусмотрена бесплатная вакцинация взрослого населения против кори, гепатита Б, краснухи, дифтерии и столбняка. В лечебно-профилактических учреждениях курорта в эти дни будет организована работа горячих линий. Медики проведут патронаж семей социального риска, беженцев, трудовых мигрантов. Населению разъяснят о важности профилактики заболеваний. Для более быстрого направления и определение показаний для проведения прививок будет осуществляться прием врачами-терапевтами вне очереди, а также прием фельдшера в кабинете неотложной медицинской помощи в холле первого этажа городской поликлиники. Дорогие анапчане, прививки эти профилактические. Всегда легче предупредить заболевание, чем его лечить. Взрослых пациентов ждут в городской поликлинике с 8 до 17 часов. Задать вопросы, касаемые иммунизации, можно по телефону горячей линии 8 918 48 13 024.